Всем привет, с вами Deoplay, мы продолжаем Era of Magic Wars. Вот, игра не перестает меня радовать, ребята. Вот, мне сейчас уже замок шестого уровня, теперь у нас 600 юнитов, или как это правильно называть, население, да, 600. И еще, к тому же, вдобавок у нас казармы 6, и теперь мы в каждой казарме имеем по 50, видите, вот эти количество юнитов, и поэтому у меня уже все, так скажем, синие по 10, зеленые по 25, обычные по 50, там, я так помню, легендарки. Ладно, короче, не будем сейчас математику считать, ребята. Короче, прикол в чем? Чем я еще хочу с вами поделиться. Вот, у меня, короче, здесь арбалетчик 20 уровня, да? И смотрю, этот 20 уровень мне считается как максимальный. Думаю, ладно, хрен с ним, мне второй арбалетчик выпал, давайте я его тоже прокачаю. Он уже мне 18 уровень. Потом, короче, вот сейчас прокачал замок до 6 уровня. И тут у нас же оружейное тоже прокачивается. И тут мне показано, типа, максимальный уровень 26, да? А чё, блин, 26 максимальный уровень, а арбалетчик больше 20 не может прокачиваться. Короче, открывая арбалетчика, давайте, думаю, давай посмотрю, чё прикол. Смотрю, обновить, ну это там, где мы прокармливаем их для прокачки уровней. Тут, оказывается, их можно возвышать, ребята. Поэтому, честно говоря, это прикольно, мне это нравится. И, соответственно, я поначалу начал расстраиваться, думаю, зачем мне надо двухзвездочный. Я думаю, типа того же типа надо, такого же юнита, мол, поставить, да, чтобы прокачать, возвысить их. Оказывается, ребята, нет. Можно вот любого сюда закидывать. И это тоже работает. А то я думал, что мне придется 18 уровня арбалетчика еще отдавать 20-му, чтобы его возвысить. Вот такие вот дела. Ну что, давайте попробуем обновить, или как там правильно, возвысить, и узреем, что от этого произойдет. Класс, добавилась звездочка, хорошо. Шанс атаковать два раза отряда, атаки дальнего боя нет. Ну, это, в принципе, так и осталось. Меняется разве что то, что мы можем его до 30 уровня прокачивать, да? Так, от 36. Так, в чем прикол? Я сейчас не могу немножко понять. Ну, кстати, давайте сравним, да? Вот, у нас, значит, 36 атака, 36 урон, а здесь будет 38. Ну, я так понял, с прокачкой уровня у нас атака опять восстановится. Блин, вот сейчас бы нам не помешало бы просто обычного, так скажем, двухзвездочного арбалетчика, например, найти. А ну-ка, давайте попробуем. Ну, вдруг повезет, сейчас выпадет еще один арбалетчик, мало ли. Кстати, вместо этих зеленых, при шансе на 1% с чем-то там, сейчас посмотрим, мне выпал, короче, этот Цербер еще один. Так, ну что, давай хотя бы арбалетчик. Бля, игра, ребят, ну игра реально, она может меня слушать, может здесь микрофон прослушивается в игре. Уже второй раз, да, кто смотрел мою предыдущую серию, я также попросил эльфийского лучника, короче, и в его пол эльфийский, сейчас арбалетчика захотел, и вот тебе на арбалетчик. Спасибо, игра, я, кстати, сейчас чаще буду с тобой разговаривать, может реально мне еще там и эпик выпадет. Так, не, реально, это никакой не чит и не это, просто совпадение такое. Так. Не, вот видите, все-таки, хоть мы и с первого уровня начинаем, но возвысившись, у нас уже лучше. Кстати, да, вот видите, тут 36, так было 28. Атака и защита. Да, они стали круче. Они стали круче. Ну, не, конечно, не такими крутыми, как вот, например, ну, синие персонажи. Кстати, насчет эльфов очень все классно работает. Они, понимаете, они, может быть, не так бывает мощно могут бить, как арбалетчики, да? Потому что арбалетчики все-таки больше, сами понимаете, там. И плюс они не имеют штрафа от расстояния. Ну, эльфы, они более стабильные. Они тебе конкретно всегда каждый раз по два выстрела выпускают. И этот урон в итоге, в принципе, ничем не хуже, чем у арбалетчиков. Вот. Ну и плюс тут не проблема, все равно враги стараются поближе стать, поняли? И тогда уже никаких штрафов выстрелы, и реально у него в два раза больше урона.
становятся, и в итоге они даже лучше, чем те же арбалетчики, справляются. Ладно, это мне реально конкретно радует. Кстати, давайте еще и тень прокачаем тогда. Так, почему бы и нет, правильно? Кто там у нас? Ну, из ненужных сейчас скину. Так, вот этих лучников у меня полно. Все, в принципе, можем сейчас поставить вот эту тень в бой. И этого лучника, кстати, их будем прокачивать. Ну, а дальше посмотрим, может... Блин, прикиньте, там дальше, мой боже, будет еще лучника до 4 звезд довести. А чтобы его довести до 4 звезд, нужно будет 3-звездочных ставить. Ага. Значит, в любом случае, надо будет все равно фармить опыт. Фармить, так скажем. Ну, чтобы не их давать, например, синих, да, редких мобов на прокачку, например, того же самого арбалетчика. Вот. Так, сделаем. На прокачку того же это арбалетчика, да, чтобы не давать редких, а давать тех самых зеленых, да, прокачавших их до 20 уровня, потом возвысив. Ну, короче, да, повозиться надо, можно будет, нужно будет, точнее. А все равно игра по-своему хороша, поэтому меня даже это не расстраивает, честно говоря, даже наоборот радует, что тут будет интересно это прокачивать, играть в нее, ну, не как тех же самых обычных Heroes Magic Wars. Потому что там, честно говоря, поднадоело, там никакого лимита нету, мощи и все остальное, ну, вы сами понимаете. Так, так, еще, что у меня здесь классное выпало? А, у меня еще магия вот такая появилась, прикольная. Вот. Зыбучие пески. Размещая зыбучие пески в случайных местах на поле боя, существа, пытающиеся пройти через зыбучие пески, застревают. Я уже его до второго уровня докачал. И осталось только его до третьего еще сделать. Кстати, давайте с вами посмотрим, где можно вот эти зеленые кружки, которые нам не хватает, где мы можем добыть. Пойдемте поищем. Вот здесь, кстати, уже по 3 звезды почти, вот первую и вторую главу. Не почти, а так и есть. Закрыл. Но это не значит, что они на 100% все пройдены. Здесь, да, здесь пройдено. Здесь что у нас? Так. Здесь не на все 100% пройдено, но зеленых штучек здесь мы сможем найти. Так. Вроде пока не вижу ничего такого тут. Вот. А ну, а давайте глянем. Нам такие именно нужны. А, все, я разглядел. Тут, оказывается, есть цифра 2, цифра 1 римская и цифра 3. Тут что у нас? Блин, сразу сюда показывает. Где у него? Вот. Нет, сюда, значит, не надо пока нам. Ну, давайте чуть дальше пойдем. Так скажем, посложнее локацию выберем. Здесь тоже нет. Короче, давайте тогда с самых сложных локаций начнем искать. Ну, так скажем, не сложных самых, а... Так, а что такое? Не понял. А ну, а здесь будет, интересно, в гильдии магов? Блин. Такое. Ой, короче, пофиг. А, ребят, я не знаю, где найти. Хотя, может быть... Давайте тут попробуем. Ничего не нам не мешает посмотреть, где еще есть такие второго уровня. Как вариант еще посмотреть там, в башнях, где можно выбивать эти руны. Вообще я не вижу ничего такого похожего даже на руны. Одни только ресурсы и осколки. Есть шмот тоже, конечно, вижу. Так. Давайте глянем тут. Тут, конечно, сложно уже, ребят. Опять-таки, той же самой тактикой я проходил, ребят. Просто тупо проламывался, блин, через проход, видите, вот. Никого особо я тут не бил. Ну, конечно, тут еще в этой, кстати, вот, сейчас давайте посмотрим, как она называется. А, первый эпизод 5 главы, ребят. Вот там я нашел вот эти зыбучие пески. Кому нужно, запоминайте. Сейчас покажу, как этим пользоваться. Вообще прикольная штука. Так. Особенно хорошо будет срабатывать, я думаю, что в этих, в башнях, где
можно их будет ловить в эти ловушки. Да ни хрена нету. Ладно, давайте посмотрим тогда вот здесь башни. Может вот тут они где-то. Земля. Вот. Ну, давайте побьем. Кто это такие у нас? Кстати, что их так много? Ладно. Так, на автобой ставлю, потому что я думаю, что тут проблем быть не должно. Кстати, вот мне, знаете, что интересно получил, да, я? Например, вот здесь, вот, например, самый первый опять побьем. Ну, просто для интереса хочу сейчас посмотреть. Нам опять золото будут давать? И артефакт. Ну да, золото, артефакт. Поэтому здесь в этой игре я скажу вам, что по поводу золота проблем быть не должно. Вот так всегда можно фармить. И еще плюс те артефакты, которые нам не нужны, мы можем их продавать. Поэтому по золоту здесь вообще проблем не должно быть. Так, давайте дальше. Там мне выбить вот эту руну одну всего лишь. Потому что сейчас я хочу сходить на замок, поняли? Прокачать этот навык надо. Чтобы больше, короче, тут этих зыбучих пусков создавалось. Я пока не буду менять этих юнитов на те, что я возвысил. Потому что все равно те возвышенные, они послабее будут. Этих, которые сейчас, ну, активны. А их я буду прокачивать уже вне видео. Потому что сейчас надо будет напасть на замок. А на тот зам... на... в том замке нужно по максимуму быть, ну, так скажем, прокачанными, мощными. Поэтому я не буду сейчас так сильно заморачиваться на то, что сейчас буду перекидывать там шмоты. Переставлять, не, пока не надо. Блять, подожди, а что мне не дали? То, что мне надо было сейчас. Не, не дали. Ну, давайте тогда еще раз, что ли. Так уже следующий этаж, да? Допустим. А тут, конечно, скорее всего, я... зря автобой поставил. Зря, зря, зря. А сейчас завалят. К сожалению. Ну ничего, у нас пока еще армия почти целая вся. Да. Не, ну конечно, так лучше не злоупотреблять, так можно вообще без никого остаться. Блин, конечно, здесь не очень хорошо, хорошая расстановка. Так, ну давайте, кстати, используем тут тогда заключие пуски. Так, угу. Они летают или нет, вроде как не летающие считаются. А чё, блин, на забучие пески они не попадают? Значит, что летают, что ли, они? Ой, короче. Не станет никого тень наша, к сожалению. Блять, о, застанили, отлично. Сейчас бы еще добить. О, нормально. Так, что еще можно использовать, пока не надо. А вроде не надо. Сейчас. О, все, отлично, повезло, повезло, ребята, мы справились. Да блять, ну нахер мне надо. Короче, я сейчас не буду на этом много зацикливаться. Мне просто реально нужно было именно вот это второго уровня. Их как-то можно, ну, жалко, что нельзя, типа, вот, например, соединив вот эти руны, делать там второго уровня. Из трех первого уровня создать там, не знаю, второго уровня хотя бы одну руну. Можно я потом будет откроется, может, все это. Так, ладно, что я хотел. А, ну да, замок хотел сейчас посмотрим. Там, правда, зараза летающие, короче, да,
враги. Поэтому не знаю, спасет ли нас в этой ситуации зыбучий песок, пески или нет. Сейчас увидим. Ну, армия нас посильнее теперь. Потому что я прокачал замок. Вот. А потом уже сразу сюда пришел. Так. А ну-ка. Вот, нормально. Блин, вот это живучий, конечно. Зря я, конечно, сейчас использовал эти зыбучие пески. Я могу на них сам попасть. Блин. Случит этот дракон, он прям насквозь. Ну, короче, по две клетки вперед идет. Ходит, я, короче, сейчас опять просрал. Блин, а. О, лучники, подожди. Блять. Я мог бы сейчас добить их. Ну не их, а вот именно вот этого, как его, летающего. У нас еще все восстановлены, кстати. Ну, два минотавра разве что не восстановилось. Так. Давайте попробуем еще раз. Так, зыбучие пески, да? А ну-ка. Так. Вот этого дракона бы завалить в первую очередь. Больше всего он нам мешает. Так. Падла даже не встает на зыбучие пески. Хотя, в принципе, сейчас нам не особо это помогло бы. Ну, попытался, да, так скажем. Давайте хотя бы вот этого одного завалить. О, завалили, отлично. Хотя могли бы попробовать и завалить этого черного дракона. О, не повезло чуть. Давай. О, отлично. Ну, в принципе, этого одного дракона мы добить сможем запросто. Придется, конечно, сейчас потратить кристаллы. Ну, а что поделать? Оп. Я потом за видео посмотрю и восстановлю свой кристалл. Кстати, насчет кристаллов. Тут, короче, 120 кристаллов мне дали. Вот это, видите, нижняя рамка. 120 кристаллов. Знаете, что еще клевое? Это только мы за нормальный режим проходим. Потом еще будет жесткий, брутальный кошмар. Короче, может быть, повторно проходить. Там тоже будут новые призы, новые... Короче, все прикольно будет. Так, а ну-ка. Сейчас мы добьем того... Феникс возродился? Ах ты падла. Так нечестно вообще. Кстати, не буду сейчас отратиться на те зыбучие пески. Они тут не к месту вообще. Так, Феникс. Он... Такое чувство, что он быстрее остальных дохнет. Так. Феникс быстрее атакует сразу. Ну, быстрее наших лучников атаковал. Вот, блин. Нехорошо сейчас. Че, он не сдох? Так, здесь станем. Так, добьем вот этого Феникса. Чтобы не мешал. Вот. О, кстати, кританул аж 15 тысяч урон. Нифига себе. Все. Блин, жалко, что руны не дают то, что мне надо. Ну, и на том спасибо. Кстати, эти кристаллы мы сразу вернули с вами. Вот, ну что, ребят, будем заканчивать на этом серию. Сейчас я вот сейчас покажу вам, где я нахожусь. Вот, кстати, вот при вот этой главе у нас, смотрите, телепорт по-другому выглядит. Как-то вот так. Сразу не узнал, а потом смотрю, вроде бы нигде другого телепорта нету. Вот так смотрел, короче, по карте нигде нету. Ну, думаю, значит, телепорт, короче. Ну и, соответственно, заходишь. Перемещаешься сюда. А тут уже вообще жесть. Тут, короче, чтобы пройти отсюда,
Вот, 180 минотавров. Хотя, в принципе, можно попробовать. Давайте так напоследок так и сделаем. Вот, блин. Мы можем как-то заманить сюда. Вот, прикольно, конечно. Получилось. Да, хрен там, он аж прям ко мне приперся. Ну, короче, как-то так. Ну, здесь уже, да, посложнее. Хотя, в принципе, и тут можно пройти. Опять-таки, зачем? Ну, сейчас не обязательно, а зачищивать здесь все. Прям конкретно. Собирать халяву, да? Ну, то, что лежит просто так сбоку, которое ты можешь подобрать без боя. Ну, и, соответственно, доходить до конца. Где же опять здесь телепорт? Вот сюда надо дойти, короче, забрать вот этот ящик, чтобы прокачать еще замок до 7 уровня. Потом можно было бы казармы до 7 уровня. И открылось бы у нас еще один слот. Кстати, до хрена тут ресурсов надо. Для того, чтобы прокачать до 7 уровня. Что замок, что казармы. Вот. Вот такие вот дела. Прожимайте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписано. Прожимая колокольчик на все уведомления. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока. Оставьте комментарии, будет интересно почитать.